Но вот это, пожалуй, то решение, единственное решение нашей Госдумы в нынешнюю сессию весеннюю, которую я могу однозначно поддержать. Потому что нулевое промилле, в принципе, это была норма чисто декларативная, она была на бумаге, она редко выполнялась. Потому что на самом деле погрешности техники, алкотестеров и прочих измерителей, они не позволяли соблюсти вот это нулевое промилле, и постоянно у людей оказывались проблемы, связанные с этим. Вот, поэтому отказ от нулевого промилле – это совершенно справедливо. Во-первых, это отражает уровень наших измерительных приборов. Вот, во-вторых, это исключает всевозможные коррупционные, так сказать, действия, которые предпринимались нашими гаишниками, если у человека, так сказать, не ноль, а там, 0,5, скажем так. Вот. А одновременно, параллельно с этим, Дума увеличила штрафы и вообще ужесточила наказание за пьяную езду, так называемую. То есть, как раньше нельзя было пьяным садиться за руль, так, в общем-то, и осталось нельзя. Тут нет никаких поблажек, вот, и никакого раздолья для алкоголиков тут нет, наоборот. То есть, штрафовать будут больше. Вот. Другое дело, что теперь есть возможность не наказывать людей, во-первых, ни за что, не брать деньги ни за что и не набивать карманы тем нечистоплотным сотрудникам ГАИ, которые на этом наживаются.